матча окончил со счетом 2-1. Победила команда «Динамо». Клубная лига – это лучшие футбольные школы и академии Москвы. Это сильнейший по составу детско-юношеский чемпионат. Это будущее российского футбола. Организатор клубной лиги – Московская федерация футбола. Столетняя история судейства. Все матчи клубной лиги обслуживаются арбитрами Московской коллегии судей по футболу. Московская коллегия судей по футболу. 100 лет на страже правил футбола. Поддержку клубной лиги осуществляет Фонд развития и поддержки детско-юношеского футбола «Спутник». Фонд «Спутник». Мы помогаем завтрашним звездам сегодня. Компания «Новатек» – официальный спонсор клубной лиги. Thank you.
Уважаемые зрители и любители футбола, через несколько минут начнется матч команд 2001 года рождения. Предлагаем вашему вниманию стартовые составы. Наши гости — команда «Спартак». Номер 1 – Марков Даниил. Номер 14 – Лещук Арсений. Номер 12 – Микитесов Дмитрий. Номер 31 – Семен Богдан. Номер 18 – Тетерин Михаил. Номер 9 – Симбатулин Фамиль. Номер 4 – Николаев Дмитрий. Номер 6 – Данилин Максим. Номер 25 – Бекалев Никита. Номер 17 – Абдурахманов Тимур. Номер 21 – Сидариков Никита. Тренер команды – Лунин Алексей Леонидович. Состав команды «Динамо» – цвет футбола «Динамо». Номер 30 – Кодаковский Петр. Номер 2 – Несов Юрий. Номер 5 – Цепричный Дмитрий. Номер 7 – Зехов Валентин. Номер 10 – Мазурин Андрей. Номер 11 – Хасанов Бабуршов. Номер 12 – Владимиров Дмитрий. Номер 14 – Основ Герман. Номер 17 – Олег Андреев. Номер 20 – Школа Кубик. Номер 24 – Кремен Гвозди. Тренер команды – Баранин Владимир Вячеславович. Состав бригады арбитров сегодняшнего матча. Главный судья – Заботин Денис, региональная категория. Помощники судьи – Бурляев Александр, вторая категория, и Чернов Роман, региональная категория. Делегат матча – Кожухов Александр Николаевич. Спасибо. Клубная лига – это лучшие футбольные школы и академии Москвы. Это сильнейший по составу детско-юношеский чемпионат. Это будущее российского футбола. Организатор клубной лиги – Московская федерация футбола. Столетняя история судейства. Все матчи клубной лиги обслуживаются арбитрами Московской коллегии судей по футболу. Московская коллегия судей по футболу. 100 лет на страже правил футбола. Поддержку клубной лиги осуществляет Фонд развития и поддержки детско-юношеского футбола «Спутник». Фонд «Спутник». Мы помогаем завтрашним звездам сегодня. Компания «Новатек» – официальный спонсор клубной лиги. Уважаемые зрители, напоминаем вам, что в соответствии с законом о болельщиках на соревнованиях под эгидой Московской федерации футбола недопустимы нецензурная брань, курение, распитие спиртных напитков, агрессивное поведение на трибунах, а также использование пиротехнических изделий и лазерных устройств. За данные правонарушения законодательства Российской Федерации предусмотрена как административная ответственность вплоть до запрета на посещение соревнований, так и уголовная ответственность. Информация о правонарушении будет сообщаться не только в правоохранительные органы, но и по месту работы нарушителя.